Купила форель некрупная для запекания целиком. Разморозила. И сейчас буду чистить. Рыбу почистила, обрезала половники, удалила жабры. И сейчас можно ее фаршировать. Для того, чтобы усилить нежность рыбки, я буду фаршировать творогом с укропом. Рыбку посолила, поперчила, перемешала укроп с творогом. И сейчас буду его закладывать в рыбку. Так как творог очень нежный, такой пушистый, он придаст объем запеченной рыбы, а также усилит ее вкусовые качества. Фаршированную рыбу переложила на противень с фольгой. И сейчас буду распределять сметану по ее поверхности. Украшаю рыбку кедровыми орешками. Они запекутся, будет очень приятный аромат ореховый. Очень классно сочетается с рыбой. Все, можно отправлять в духовку. Дубль 2. Так увлеклась этой рыбой, что забыла про подушку для нее из вешенок и лука. Вот сейчас уже распределила лук. Добавляю грибы. И только потом буду выкладывать рыбку. Она уже смазана сметаной. Сейчас уже можно выпекать. Фольгу слегка подверну, чтобы сок не вытекал. И в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Рыбка получилась очень ароматной.